у меня в руках кусок вот этой стены и желание отойти от нее подальше. Это не случайно, мы на улице Базайской. Эта стена в аварийном состоянии. Она примыкает с той своей стороной к известному загородному отелю. Когда таяние идет и когда просто сильный дождь, там скапливается вода, и там есть у них такие выходы с этой стены, и просто огромный поток. Нет, опасно. Опасно? Да, все время опасаетесь, смотришь, да? Да, опасаемся. Вот недавно сделали вот эти вот подпорные, бетонные, новые. А до этого нависало? Ну да, там трещина была. А вот это что, типа маячка? Я его порвала? Мы установили, что объект появился на этом участке незаконно, и поэтому он подлежит сносу. Руководству спа-отеля «Токмак» было выдано такое предписание, однако они его не исполнили до настоящего момента, поэтому сейчас был подан иск. В любой серьезный дождь эта стена может оказаться на проезжей части. Такие случаи у нас уже были, все мы помним трагедию на проспекте Свободный, и то, что случилось с Солнечным, когда стена упала на парковку и на машины. И вот свежая информация из Солнечного, как специально, с той самой стены, которую восстановили после того, как она рухнула на машины, покрылась она опять вот такими вот трещинами. О чем это говорит? И опять поставили там маячки. Что-то не то у нас все-таки вот с этими стенками подпорными, с работой с ними. Коллеги, мы в парке Гагарина, и здесь любимую зеленую арочку красноярцев как будто мыши погрызли. С такой жалобой к нам обратились люди и даже прислали фото до и после обрезки. Эта арка пользуется популярностью и зимой, и летом. Зимой здесь огонечки, летом, наверное, тоже подключат. Но главная достопримечательность летом – это, конечно, зеленая густая листва. Раньше здесь ветви густо переплетались друг с другом, было такое хитрое сплетение. А сейчас мы видим, что часть веток даже не достают друг до друга. Неужели так и останется? Зачем обрезать-то? Уйду один-два, а посмотрите, она уже все так сделана. Вот если только обрастет, хорошо будет. Когда в жару идешь, прям такая прохлада была приятная. И чем плохо? Вот видите, уже ветки пошли отсюда и отсюда. Они залиты вот сейчас, они все распустятся и все закроет также зеленью. Ее специально обрезают, потому что она нарастает. В общем, это очень хорошо, здорово сделано. Вот сейчас что коснись? Смотрите, что творится в любой стране. Всегда есть за и всегда есть против. Часто здесь бываете? Ну, я почти ежедневно прохожу. Мне вот там надо было идти, я специально даже прохожу, чтобы здесь пройти. Приятно, да. В администрации парка нам, грубо говоря, сказали, что тот, кто жалуется, тот ябеда-корябеда. Ну и все идет по плану, и ничего мы не понимаем в ландшафтной обрезке. Обрезка была сделана для того, чтобы была красивая симметрия у этой арки. То есть, если мы ее не будем обрезать, то арка у нас будет расти как джунгли. У нас и свои садовники все делаем в срок, вовремя. И наоборот, это даже полезно для деревьев. Если подождать буквально месяц, будет уже очень красивый контур, идеально ровная арочка. Так что, красноярцы, ждем лета, ждем отростков и продолжаем делать красивые фотографии в зеленой зоне. Коллеги, что у вас? Ну а мы приехали на Стакан. Именно так называли и называют сквер имени Пушкина. И казалось бы, чего здесь не хватает? Ну вроде бы есть все. И памятник, и лавочки, и качели, и даже куча деревьев. Так вот, предприниматели решили, что все-таки в сквере не хватает кафе. А в администрацию эту идею поддержали. Кафе точно не нужно. Почему? А потому что и так хорошо. Не, ну кафе для чего? Чтобы потом здесь вывести и сделать уличную площадку, что ли? Чтобы только могли прийти те, кто хотят пообедать, либо что-то произойти. Здесь есть дети, которые гуляют, студенты. Ну, здесь люди отдыхают, а тут будет толпа у кафе. Нет, это ни к чему. Да тут полно кафешек, а здесь так красиво. Да, было бы здорово. Почему нет? Место красивое, приятное. Если плохая погода, то можно будет спрятаться там. Я думаю, хватило бы небольшой кофейни, просто чтобы там посидеть, отдохнуть, выпить кофе и дальше продолжить гулять по парку. Судя по проекту, кафе с несколькими лавочками, а также небольшим навесом будет находиться именно здесь. Как мы видим на картинке, вроде бы как березы не спилят. Ну а также предприниматели решили еще и сделать фонтан, который сейчас зарос травой и, в принципе, не выглядит как сам фонтан, но раньше он работал и был законсервирован. Но это, конечно же, все-таки большой плюс. Проект кафе и фонтана уже согласован, и в ближайшее время бизнесмены уже начнут создавать локацию. Ну а я напомню, что это была дежурная группа. И не забывайте звонить нам по телефону 202-22-22, а также отправлять фото или видео в Viber или WhatsApp.